Во Дворце культуры «Металлург» прошел второй тур конкурса талантливых ребят «Маленькие звезды 2006». До финала из 1020 одаренных детей дошли лишь 220. Им предстояло раскрыть перед жюри все грани своих талантов. Открытый городской конкурс талантливых детей «Маленькие звезды» уже претендует на статус регионального. В этом году в нем приняли участие 1020 человек из 10 городов Уральского региона. Первый тур сократил эту цифру до 220. Только лучшие, самые яркие, самые талантливые дети прошли во второй тур. И Манжелинск, Кыштым, Куса, Челябинск, Межевой Лог и Златоуст. Наш славный город представлен коллективами из дворцов культуры «Металлург», «Победы», «Железнодорожников», «Центра эстетического воспитания детей», «Домов детского творчества», «Музыкальных школ» и «Школ искусств». Как ты оцениваешь своих соперников? Сильные, смелые, как я. Он для меня как родной город. Да, он, ну, в нем хорошо участвует. Мне даже в нем нравится. Интересно. Вообще соревноваться трудно, а на сцене звука как бы не слышно, и петь очень трудно. Сложно было, сильно волновались. Потом даже бывало заревели. Да. От счастья. Самый главный критерий – это способный и одаренный ребенок. И, естественно, способный педагог, который работает много лет с этим ребенком и приносит результаты не только ребенку, но и учреждению, родителям и всем златоустовцам, которые видят его таланты. Слезы, бессонные ночи, нервы – все уже за спиной. И вот маленькие звезды сияют на большой сцене. Они пока с трудом представляют жизнь настоящих звезд, но очень хотят быть признанными и известными. Звезды – это люди известные, как можно так сказать, известные люди, которые выступают, поют, они выигрывают, так можно сказать, получают удовольствие от этого, становятся известными. Нужно всегда быть первой. Я очень рада побывать на таких концертах. У меня выступает здесь дочь, выступают многие дети моих друзей. И мы с большим удовольствием с родителями всегда посещаем эти концерты. Рады видеть, ну что ли, истоки такого чистого, доброго, настоящих талантов наших юных. Хотелось бы, чтобы и больше детей присутствовало, и наши все ребята включались, наверное, вот, в творчество, показывали с разных сторон свои умения. Златоуст – город талантливых детей. И это оправдывается полностью. Почему? Потому что очень много детей. Кстати, 1020 участвовало, и 220 прошло во второй тур. И все они не без способностей, все они очень одарены. И очень радует, что в городе столько много детей. Уровень, конечно, высокий, высокий. Но я не могу сказать, что звездный очень большой, но высокий. Второй тур – еще более сложное соревнование в мастерстве и творчестве. Из этих талантливых ребят выберут самых перспективных и ярких, самых умелых и смелых. Маленькие звезды получат признание, известность, восхищение и овации на гала-концерте, который состоится 6 мая.